Меня пригласили на свидание сюрприз. Просто сказали, во что одеться, и мы приехали. Енотиком! Мы зашли в это заведение, там нам выдали тапочки, провели целый инструктаж. Так получилось, что я надела самые неправильные штаны для этого места. Еноты обожают всякие большие карманы и завязочки, а я надела карго-штаны. Я дико извиняюсь, мне практически в трусы залезли. Это такие милые животные. Я получила массу позитивных эмоций, меня, конечно, атаковали. Грызли все штаны, мне придется, скорее всего, их перешивать. Но эмоции от того, какие они все зайки, какие они тактильные, полностью перекрыли. Все. Еще у них очень теплые и мягкие лапы. В общем, оцениваем в комментариях сие мероприятие. Забываем подписаться на мой телеграм-канал. Там, кстати, много мемов про них. И покусики.